Встречают зиму во всеоружии. Жителям поселка Рубежный теперь не страшны даже самые лютые морозы. Вместо устаревшей котельной, прослужившей почти 40 лет, они получили новую. Администрация города включила ремонт в программу на текущий год. В короткие сроки за счет средств городской казны отремонтировано здание и полностью заменено оборудование. Котельная поселка Рубежная оборудована была морально устаревшим оборудованием. Это котлы НР-18, ну, с очень низким коэффициентом полезного действия. В настоящее время, в 2015 году, проведены работы по полной замене оборудования, по ремонту здания котельной, которое находилось тоже в аварийном состоянии, значит, что обеспечило возможность стабильной подачи теплоносителя в дома. Старое здание пришлось полностью отремонтировать, чтобы разместить новейшее газовое оборудование, современные котлы и электронные системы контроля. Новое оборудование и новые технологии. Одна эта котельная способна обеспечить теплом целый поселок, практически без вмешательства человека. Новое оборудование позволяет бесперебойно и в любую погоду подавать тепло в дома жителей Рубежного. Фактически это полностью автономная система, не требующая постоянного присутствия людей. После модернизации котельной она работает целиком в автоматическом режиме, исключен человеческий фактор, установлена погодозависимая автоматика. То есть за температурой теплоносителя целиком контролируется автоматика по заданной программе. Повышено КПД, соответственно, сокращены теплопотери по сетям, так как тепловые сети 400 метров были целиком заменены. В 2014 году за счет городского бюджета в Самаре полностью переоборудованы 10 котельных. В этом году закончены работы на последней из устаревших. Теперь никакие морозы жителям Рубежки не страшны. Тепло в домах будет всегда. Андрей Трой, Станислав Левин, «События».